Всем привет! Сегодня в обзоре Baby Pet, ребенок животного, в данном случае у нас щенок, который пьет молоко из бутылочки. С обратной стороны коробки у нас какие виды бывают игрушек, 4 вида различных Baby Pet, которые пьют молоко. Хорошо упакована данная игрушка из двух частей. У нас идет щенок в корзиночке, бутылочка с молоком и идет батарейка, от которой работает данная игрушка. Щенка можно переносить в вот такой корзинке. И можно его кормить бутылочки молоком. Вот. Когда подносим бутылочку, то наш щенок начинает лизать. Так язычком пьет молоко из бутылочки. Вот прикольная игрушка. Если бы еще ходила, было бы здорово. Бутылочку убрали, он перестает кушать молоко. Подносите, он опять начинает лизать и пить молочко. Вот такой питомец, щенок, который пьет молоко. У нас пластмассовая, бутылочка пластмассовая. Корзинка у нас тоже пластмассовая. Кому понравилось данное видео, ставьте лайки. Кому интересно, заходите на мой канал, смотрите другие видео. Не забывайте подписываться на канал. Пока-пока.